Итак, всем привет, снова я. И сегодня у нас на Panasonic 3DO 2D Fighting под названием Ultraman Powered. Вот. Как вы сами видите, это 2D файтинг, сделанный по одноименному сериалу. Уруто Роман Паладо, The Ultimate Hero. Вот это одна из стартовых игр, когда данная приставка появилась в Японии в 1994 году. Вот. В принципе, в конфигурациях делать нечего. Battle Mode — это то, что вам надо, по идее, в этом файтинге. То есть есть как раз таки имитация шоу, то есть сейчас можно будет, скажем, поиграть в самолет, поатаковать кайджу, а можно и не атаковать. При помощи самолета и сразу быть ультраменом. Вообще игр про ультрамена очень много вообще. На всех уже старых консолях там их тысячи, можно так сказать. Сейчас ради примера я покажу, что имеется в виду. Атаковать из истребителя.
Отзывчиво здесь управление, то есть то, что я нажимаю, там оно с замедлением или что-то потом через некоторое время происходит. То есть я думал, что уже ничего не сработает, а оно вон. Как многие сейчас любят говорить, типа, в игре лаг есть. Хотя это не лаг, это просто... плохое программирование. Кода. Кода. Ходор. Go-go Power Rangers. You got another power on the post. Лучше бы игру бы про Power Rangers бы сделали на 3DO. Хотя, я представляю, они бы тоже бы облажались. Не самая лучшая игра на 3DO. Ладно, последний континью, и на этом сегодняшнее видео про Ультрамена Powered на 3DO закончили. Потому что у нас еще много-много игр еще на 3DO, которые я бы хотел вам показать. Yeah.
Неужели? В принципе, все, что хотел вам сегодня показать на 3DO, игра Ultraman Powered. До скорого, всем видео, всем пока.